конце апреля телеканал «Россия-1» начал трансляцию нового военного сериала под названием «Черное море». В главных ролях снялись такие известные актеры, как Павел Трубинер и Екатерина Вилкова. Режиссер проекта Сергей Щербин представил зрителям действительно масштабный фильм, действия которого разворачиваются не только на суше, но и на море. В первом сезоне было 8 эпизодов. В случае продления сериала «Черное море» на второй сезон дата выхода продолжения может быть запланирована на весну 2021 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.